Сегодня будем готовить баклажаны как грибы. Для этого нам понадобится баклажаны, лук, 2 яйца, чеснок, перец и соль. Любая зелень. Можно взять ту зелень, которая вам нравится. Баклажаны разрезаем на такие части. Разбиваю 2 яйца. В баклажаны добавляю яйцо и опять же хорошо-хорошо все перемешиваю, чтобы каждый баклажан был в яйце. Накрываю пищевой пленкой и теперь отправляю на час в холодильник. За этот час надо баклажаны вытаскивать и перемешивать, чтобы яйцо, вот все яйцо, которое мы вбили, баклажаны впитали. Пока баклажан у меня в холодильнике, я натираю на терочке мелкой чесночок. И теперь надо нарезать мелко лук. Через час достали баклажаны. Баклажаны впитали яйцо. И вот так вот они сейчас у меня выглядят. Теперь баклажаны будем жарить. Итак, баклажаны готовы. Добавляю соль, чеснок, все сюда, вот чесночок. Добавляю зелень. Перемешиваю. Блюдо готово и можно сразу подавать на стол. Это очень вкусно. Попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.